До Нового года остается все меньше времени. Жители Твери выбирают подарки для родных и близких. Необычные сувениры родом из Индии представлены на выставке в торгово-развлекательном центре «Рио». Натуральная косметика традиционно в списке самых востребованных подарков к Новому году. Индийские средства содержат эфирные масла и растительные препараты. Для мужчин хорошим презентом может стать цейлонский чай, черный или зеленый. Для женщин – одежда из натуральных тканей или украшения. Большим спросом пользуются специи для овощей, салатов, супа и других блюд или просто универсальные. Изюминка выставки – индийский рис басмати. Отличным подарком могут стать изделия из меди и бронзы. Это для медитации идет. Это бронза. Для успокоителя дают, он очень хорошо. Для этого, если человек стресс, он стресс снимает, он дома очень хорошо. Все есть у нас из Индии, все ручные работы у нас. Жители Твери также могут приобрести изделия из натуральной кожи, ремни и сумки для женщин и мужчин. Большой выбор постельного белья, пледов из хлопка и льна. Успейте побывать на индийском базаре в торгово-развлекательном центре Рио до 19 декабря.